Иван Иванович Муравьев скончался 11 марта 1875 года. То есть практически 150 лет прошло с тех пор, как он умер. И сколько он там еще прожил до этого, возраст тут не написан, просто написано, сколько скончался. Но видите, как коротка наша жизнь, человек уже 150 лет нет. И, кстати, это город Екатеринбург.